В Алматы презентовали проект «Концепция антикоррупционной политики на ближайшие 5 лет». Об этом стало известно во время встречи Акима Бакытжана Сагентаева с предпринимателями. Речь зашла о ключевых моментах документа, где главным приоритетом отдается развитию честного бизнеса и внедрению антикоррупционных стандартов. Глава мегаполиса поручил обнародовать проект и создать дискуссионную площадку в эфире телеканала «Алматы». Сами же бизнесмены поделились своим видением и внесли предложение. Но самое главное, конечно, это все, что связано с госзакупом. Вся коррупция, она вся там. Вот я сейчас поднимал этот вопрос, именно связанный с госзакупом. Как у нас практически госзакуп проходит? Преимущество всегда дают домам инвалидов, обществу глухих, человеческие ресурсы, производственные ресурсы. Но их у них нету. Но однако же они берут. А что за этим кроется? Сейчас вот именно та программа, которая будет ставиться перед управлением антикора, думаю, что этот вопрос будет решаться правильно. В разрабатываемом проекте отражены основные коррупционные действия, существующие в стране, отметили в агентстве. Это бытовая коррупция, непрозрачность госзакупок, бюджетных процессов и не только. Все эти моменты аккумулированы в одном документе и разбиты на 6 основных блоков. Эти блоки работают, предназначены для разных сфер, для гражданского общества, да, для вовлечения граждан, чтобы они противодействовали коррупции, бизнес-среда, чтобы она тоже. Противодействие коррупции – это, получается, игра в две стороны. Это не может быть только в односторонняя волна и работа с чиновниками. Это и должен и бизнес, и граждане. Они все должны не хотеть давать взятки.